«Локомотив» все-таки убегает чуть раньше. Но здесь, разумеется, в нашем матче Шпилев выполняет подачу. Савин в приеме. Тисевич моментально передачу на Ильяса Куркаева. Первый темп у «Локомотива» сегодня проходит. Трилызик, я думаю, это понимает. И отличная подача. Есть прием у Кемерова. И здесь блок «Локомотива». Ильяс Куркаев висел и ждал этот первый. Бережко вернулся. И первый темп Куркаева. «Зенита» через трос переправил мяч на половину соперника. И тут же первый темп Ильяса Куркаева. В матче с «Зенитом» Казань 15 очков набрал блокирующий «Локомотива» и сборной России. Люка, Кривиченко на приеме. Первый темп Куркаева. 4-3. Увидел он трех богатырей, да? «Локомотива», да, объехал их. Отличный прием Романа Мартуника. Кузбасса. Снова отличный прием. И снова на первый темп. Игорь Тисевич, мне кажется, будет стараться максимально задействовать с приема хорошего первых. Квасиев. Юрий Бережков в приеме великолепно принимает сверху. Да, тут же отдает передачу. И первый темп проходит. Илья Скуркаев забивает. 3-3. Хочет он показать своему первому клубу, что вот он, я такой. Сейчас я позабиваю, подачи попадаю, посмотрите. Результативная подача, были ошибки. И сейчас отличный выбитый мяч. Будет просто перебрасывать Кемерова. И первый темп, а вот здесь уже отлично попал в руку Ильяса Константин Абаев. Брейковые очки набирал. А здесь первый темп от «Локомотива» проходит. Пустой подачи. Стаса, еще одна великолепная подача, но прием есть, и первый темп, наконец-таки. Илья Куркаев. Ну, палочка-выручалочка, первый темп. Стацкий перенести. Пока 4-3. «Локомотив» впереди. Вот опять же первый темп. Илья Куркаев и Дмитрий Лызик будут сегодня возле сетки напрягать. Эмоции. Хорошая подача силовая от Фицова. И вот здесь первый темп на Илья Куркаева. Быстрая передача от Табаева. Здесь уже не успели. Оренбуржцы бросаются в погоню за соперником. И сразу же быстрый съем в исполнении железнодорожников последовал. 8-2. Ильяс Куркаев. Передача Дражина Лугурича. Забитых 14 мячей. 61% показывает он. И хочется отметить Дмитрия Лызика, у которого 9 из 10. И ровно столько же новосибирцы проигрывали своим соперникам. 4 поражения и 10 побед у железнодорожников. Дальше, как я уже говорил, команды проведут свои матчи. Новосибирцы отправятся в Новокуйбышев. На подачу силовая. Мартынюк в приеме. Прекрасный прием получается. Это все организует то, о чем мы говорили с тобой перед началом матча. Первый темп «Локомотива» проходит.
Это у него уже третья ошибка на подаче. И не все клеится у него в атаке, поэтому Игорь Тисевич не придумывает велосипед и действует через Ильяса Куркаева. У Михаила. Ну хорошо. Так, ну и атака первый темп. То, кем славится, собственно, Куркаев. Чтобы он подбился вверх, то есть он руку-то подставил, но подбить смог только уже под сеткой на сторону противника. Но здесь отличная атака от Ильяса Куркаева. «Зенит», несмотря на то, что выиграл в прошлую партию, допустил 7 ошибок до подачи, но выиграл 2 рейса. То есть 2% намного выше ошибок, чем выигрывал. Ну, ты справа налево смотришь, сейчас слева направо на наш монитор, поэтому все возможно. И первый темп. Ну, что касается первого темпа, «Локомотива», он идет. Приходящий зарабатывает Денис Черейский и забивает Ильяс Куркаев. Видели мы такое тоже до этого. Ну нет, судья уже показывает, надо подавать. Идеальная доводка Романа Мартынюка и первый темп от Константина Абаева. Илья Куркаев все равно с поворотом на ту сторону. В финале 6 они играли в группе «Б», и тогда «Локомотив» проиграл «Зениту» 3-1. «Зенит» занял первое место в своей группе, вышел на московское «Динамо» и уступил «Москвич». Хороший прием Костадинова. Попадает Илья Куркаев. Посмотрите, как разглядел свободную пятую зону. Сетки для того, чтобы своей подачей соперников помучить. В игре у сетки Клинкин видит все-таки Сафонова. Илья Куркаев, думаю, что зато сейчас готов он был к приему и повторяет связующий своему центральному блокирующему передачу. И здесь уже Илья сточен. Ну, а сейчас марокканец сильно подает Курбанов, но правда еще есть шанс мяч достать и перебросить, его удается. Отличный фрибол, и здесь сразу Илья Куркаев. Первый тайм, да, проходит у «Локомотива». Вот он момент, как мне казалось бы, уже может и не достать, но все-таки Кротков. Есть прием у новосибирского «Локомотива», и сразу первый темп, первое очко зарабатывает Илья Куркаев. И у него очень удачные моменты и неплохие подачи. Здесь мяч касается троса, но Мартынюк справляется с этой подачей блестяще. И первый темп «Локомотива» заходит. У новосибирского «Локомотива» остался Дражин Лубарич и Константин Абаев. Вышли они в середине второй партии, и получается, что полторы партии сыграл Игорь Цесевич с Ильей Казаченковым, и на следующие полторы партии вышли Константин Абаев и Дражин Лубарит. Артем Довгань. Костадинова, это подача. Первый темп от «Локомотива» прошел. Внутрь площадки. Сейчас упрощенная подача, первый темп. О, и, конечно, скажем, такая упрощенная подача с возможностью сыграть. И напряженно. Да, Мельников. Мельников. О, сброс. Ну и здесь сейчас, первый темп. Зачем-то присел, Дикарев не стал прыгать на этот мяч. 5 очков 39 сотых у Казаченкова, а у Алексеева в этом сезоне 4,85. Это уже около практически 5 очков за 1 сет. Хороший показатель. На подаче Бережков в приеме, и первый темп от «Локомотива». Тут хорошая такая быстрая передача на Илья Скор. Снова Курбанова подает Гусалюк. Ну и работает вот эта схема у новосибирцев. Хороший прием. Исфандьяр рискует мощно, но справляется Мартынюк. Шишкин достает мяч. Вот она, еще одна доигровка. Рыбаков. Нет, тут уже было некуда. Мы находимся практически около сетки. Видим этот перенос. В таком направлении было не обыграть Куркаева. Партнером по команде, но жалко, что не записываются очки Либера. Так заработал бы, конечно, себе Александр Янутов. Не хватает. Все это там и травмы, конечно же, наложились. И привлекаемые волейболистов, которые были травмированы. Хорошая силовая, слегка там мяч коснулся троса, по траекторию не поменял. Закрыли
Тодора Скримова. Ну, как подстраховал Семен Дмитриев Тодора Скримова. Такой отскок был, но был готов к такому отскоку. И здесь атака Ильяса Куркаева. В этот раз не успел Юрий Бражнюк и ничего не мог сделать. Ильяс Куркаев, который сегодня-то и задавал темп подачам Локомотива. На подаче эйс от Ильяса Куркаева.